Во многих столичных школах сегодня можно было увидеть необычную картину. Кинологи с собаками прерывали уроки и осматривали кабинеты и классы. Совместный рейд сотрудников прокуратуры и управления госнаркоконтроля организовали в рамках акции «Дагестан против наркотиков». В одной из школ побывала и написала Шамхалова. Ей слово. На уроке географии в 13-й гимназии неожиданно появился кинолог вместе со специально обученной собакой. В рамках рейда идет осмотр школьной территории и кабинетов на наличие наркотических веществ. Пес по имени Гюнтер – опытный сыщик. Вот он обнюхивает школьные рюкзаки, шкафы, но похоже, что все чисто. Я могу сказать, что наркотики – это смерть, они хотят умирать всей нации, так как наркоманы часто идут на преступления, и наркоманы даже не доживают до 30 лет, то есть умирание нации. Так что же такое наркомания и почему это явление так распространено среди молодых людей? На этот вопрос пытались найти ответ специалисты и сами школьники. «У беды молодое лицо» – такова тема занятия. Мероприятие – совместная прокуратура и госнаркоконтроля. Задеты все страны мира. Нет на планете Земля, на нашей с вами любимой планете Земля, ни одного государства, где бы ни проживал хотя бы один наркопотребитель. К сожалению, отдавая дань моде, люди не понимают, что за моду преследуют, какую моду преследуют. В рамках месячника по профилактике наркомании со школьниками проводились классные часы. Проходили показы тематических фильмов. В школах также были установлены ящики для анонимных сообщений о фактах употребления или распространения наркотических веществ. Кроме того, в школах будут работать передвижные лаборатории, предоставленные нам Министерством здравоохранения, которые целью лаборатории является выявление фактов потребления наркотических средств среди учащихся. Будет проведено добровольное тестирование. Написать Шамхалова, Эльдар Ибрагимов, Заур Салтанбеков. Время новостей.